Приближается лето и каникулы. Детям об учебе уже не хочется и думать. Только будущие абитуриенты и готовятся к вступительным экзаменам в вузы и СУЗы. Однако такие экзамены скоро начнутся и в других учебных заведениях. Планируете отдать ребенка в школу искусств? Не пропустите следующий сюжет. Я же с вами прощаюсь. До встречи. Учащиеся Чебоксарской детской школы искусств номер 4 – постоянные участники всевозможных конкурсов и фестивалей различных уровней. Дети в эту школу поступают с 6-летнего возраста. Мне самой нравится. Мне просто мама музыкантка, она закончила консерваторию, и я решила тоже, как она, стать. Мне вот нравится, ну, тут играть, всякие песенки играть. Ну, это очень хорошая школа. Чебоксарская детская школа искусств номер 4 расположена на Южном поселке. Более 370 детей ежегодно обучаются на фортепианном, вокальном, хоровом, народном, духовом, хореографическом и эстетическом отделениях. Здесь занимаются и слабовидящие дети. Разработали специальные программы для таких детей. Программа по фортепиано, программа сольное пение. И эти дети сегодня имеют возможность обучаться в нашей школе. На сегодняшний день 30 учеников. Учеников учатся на хоровом, фортепианном, художественном и духовом отделениях. В школе объявлен набор на следующий учебный год. Конкурсные экзамены пройдут с 26 по 28 мая.